22 июня 41 года в 4 часа утра началась Великая Отечественная война. Накануне этой трагической даты сотрудники Копейского отдела МВД провели акцию «Завтра была война» и зажгли ночью свечи в память о тех трагических событиях. Этот день в нашей стране не просто дата в календаре, это день траура. В этот день по всей стране приспускаются государственные флаги. В эти дни каждая российская семья отдает долг памяти и признательности всем, кто принял на себя первый удар врага, кто не дожил до светлого дня победы, но верил в него, принимая неравный бой с фашистами. Свечи памяти минувшей ночью зажгли во многих городах страны. На акцию всероссийского масштаба вышли сотрудники полиции всех территориальных отделений нашей области. 75 лет назад началась Великая Отечественная война. И сегодня в преддверии этой даты происходит акция «Свеча памяти». Наши сотрудники отдела МВД России по городу Копейску принимают в этой акции участие для того, чтобы жители города Копейска, не только молодые, но и подрастающие поколения, да, помнили, что сложили головы наши деды и прадеды не зря.